Всем привет! Это новое видео на канале Гаджетмания. Я начинаю. Поехали! Не так давно у нас на канале была распаковка по ссылке, где мы распаковывали, смотрели на беспроводную зарядку. Она была такая круглая, стандартная, обычная. В общем, кладете смартфон, и все это дело все очень быстро. А при этом она поддерживала функцию быстрой зарядки. И это все дело заряжалось без проблем. У меня сейчас нет смартфона, который бы поддерживал технологию беспроводной зарядки, но я более чем уверен, что, скорее всего, у тебя, дорогой зритель, такой смартфон есть. И поэтому для того, чтобы разнообразить интерес к этой сфере, я непосредственно заказал беспроводную зарядку, которая немножко по-другому выглядит. Давайте посмотрим, что же нам продавец прислал. Почта Китая, EMS Почта Китая, все это быстро. Две недельки, как всегда. Я люблю EMS Почта Китая. Здесь у нас есть вот такой вот стикер сразу о том, что, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд. И больше ничего у нас по ссылочке нет. Итак, прикольно. Интересно, это мне или всем будет это так присылаться? Есть некий подарок, и это у нас кабель Flowme. Это тот же бренд, что и предыдущая зарядка. Это очень хорошо. И я непосредственно вижу, что здесь Lightning кабель. Прикольно. В таком антистатичном пакете, для того, чтобы у нас здесь все дело доехало без проблем. Прикольно. Я думаю, что это подарок, наверное, будет каждому заказу. Напишите, пожалуйста, если будете заказывать по ссылкам в описании, напишите комментарий к заказу перед тем, как оплачивать. Напишите, что вы пришли с канала Гаджетмания и чтобы вам положили вот такой вот, соответственно, аксессуар на ваш выбор. Или если можно выбрать micro-USB или USB Type-C. Итак, что перед нами? Коробочка новая, прикольно. Мне нравятся такие коробки картонные. Они, знаете, они вот излучают новизну, пахнет почему-то обувью. Ничего такого китайского здесь нет. У нас беспроводная зарядка. 5 вольт 2 ампера, 9 вольт 1,8 ампера. 10 ватт. Это у нас, скорее всего, какой-то максимальный output wireless charger. Дистанция 8 миллиметров минимальная. И какое-то, наверное, сопротивление или что-то там больше или равно 75%. Вес 115 грамм. В принципе, все достаточно понятно. Давайте уже посмотрим, что здесь у нас лежит внутри. Прикольно, я такие вещи люблю. Вы знаете, вот если вы, допустим, хотите поздравить кого-то или подарить какой-то аксессуар себе или своему близкому человеку. Сейчас беспроводные зарядки, потому что с iPhone 10 и... это все стало таким, знаете, действительно востребованным. Я думаю, что большинство производителей будет внедрять эту технологию, потому что на самом деле все это не таких больших денег стоит для того, чтобы это все встроить в будущий телефон. Что у нас есть в комплекте, помимо подарочного кабеля? У нас есть user manual, здесь непосредственно кабелем в саму зарядку и потом в розетку. Здесь также у нас показывается, что у нас здесь есть магнит, можно от компьютера. Можно от ноутбука, можно телефончик класть в любом положении. Хотите так, хотите горизонтально, хотите вертикально. Прикольно, что в комплекте есть, как я понимаю, кабель. При этом кабель еще шел в подарок. Самое что интересное, здесь у нас кабель micro USB. При этом прикольно. Давайте посмотрим ширину, длину. Ширина обычная, длина, наверное, будет метр. Давайте сейчас посмотрим. Вы знаете, скорее всего, это, ну да, скорее всего, это метр или 80 сантиметров, примерно так. При этом достойный кабель, у него такая достаточно плотная оплетка. Но я в последнее время люблю кабели, чтобы они были либо в матерчатой оплетке, либо плоские, лапшевидные. Ну, все равно, этот неплохой. И у нас есть сама зарядная станция. Вообще, аксессуарика, это такое дело, никогда не бывает лишним. И в принципе, если у вас там рабочее место или рабочая поверхность какая-то, рабочий стол, где вы по вечерам сидите за компьютером, либо играете, либо работаете, вот такое вот зарядное устройство. При этом у продавца есть в разных расцветках. Я непосредственно выбрал в черном. Ну, здесь все банально просто. Есть ножки, они прорезиненные. На задней стороне снизу у нас указано то же самое, что и на коробке. Здесь у нас идет подключение по USB. Все это дело подключается. Спереди у нас логотипчик Flowme, или как это называется, есть ножки. Прикольно.
и непосредственно USB в ноутбук. И вот таким вот образом у нас зарядочка подсвечивается. Я думаю, что если положить смартфон, вот так это все будет выглядеть. Давайте я здесь сейчас заблокирую, чтобы вас это не провоцировало изображение. Можно так, можно вот так. Все достаточно прикольно. Я думаю, что будет все это дело поддерживаться. На столе выглядит, ну, прикольно. Я думаю, что смартфон диагональю от 5 до от 4 и 7 айфонов, да, но айфоны не поддерживают, только в чехле быструю зарядочку, до 6 дюймов, я думаю, что без проблем это зарядка, потому что здесь вот этот угол как раз-таки он сделан, наверное, китайцы посмотрели, поэкспериментировали, он сделан для того, чтобы, то есть таким образом, чтобы телефон не падал и сама зарядка не падала. Кладешь и все. В принципе, никаких проблем. По оригинальности, неоригинальности, этим брендом я уже, можно сказать, пользуюсь и вижу его второй раз. Сделано все неплохо, как для Китая и для цены. По стоимости до 1000 рублей это все стоит. Ссылки будут в описании. Обязательно пройдите, посмотрите, поддержите, напишите продавцу или спросите у него что-то в комментариях к его товару. И скажите, что вы с канала Gadget Money. Может быть, вам какую-то скидочку и сделают. Спасибо за просмотр до конца. Напишите, что вы супергерой. Пройдите в чат, в группу ВКонтакте. Можете подписаться, если интересно. Ну и совсем скоро увидимся в интересных новых видео. Всего доброго. Пока-пока.